Сегодня, 10 января, проходит 8-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Общая длина участка 828 километров, а протяженность спецучастка 394 километра. В зачете мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал британец Сэм Сандерленд из команды «Газгаз Factory Racing». Второе место у Пабло Кентанильи из команды Monster Energy Honda. И третий результат показал Матиас Валькнер из команды Red Bull KTM Factory Racing. В общем зачете продолжает уверенно лидировать Сэм Сандерленд. Второе место у Матиаса Валькнера. И третье у Адриен Ван Беверена. Напомним, 44-й по счету Дакар стартовал 2 января в Хаиле в Саудовской Аравии, а завершится 14 января в Джидде.